поэтому сейчас, я надеюсь, тоже будет красиво. Как раз он начнется через полчаса, Давид! Через полчаса будет закат! Водой. Представляешь вообще? Мы просто плывем в ресторан. Ой, вообще просто невероятно. И там будет у нас ресторан. Ты понимаешь, куда мы приехали? Ауч! Да. Ауф! Вот, смотрите. Вот там мы живем. Мы приехали на отдельный остров в подводный ресторан, самый настоящий. И мы сейчас будем под водой. Вообще-то. Ты был когда-нибудь под водой? Нет, ни разу. То есть, получается, со мной все в первый раз? Да. Ну что, мы приехали. И вот нас сейчас ждет этот лифт. Ой, как волнительно. Ну что, мы едем. Мы едем на дно. Мы сейчас просто будем на дне. Моту, привет. Наберешь. На дне. Я был на дне. Ну что, мы приехали. Good evening. Просто обалдеть. Ну-ка, крутись туда-сюда. Молодец, молодец. Ты на дне, если что. Я на дне. Если что, Бузова, я как бы... Акула, ты видела, она только что схватила? Смотрите, как красиво. Я ножку показываю. А ты рыбок снимала? Я рыбок снимаю. Ты моя рыбка? Ты моя рыбка. Ты моя рыбка. Я ножку показываю. А ты рыбок снимала? Я рыбок снимаю. Ты моя рыбка? Ты моя рыбка. Ты моя рыбка. Такой вот у нас ресторан сегодня. Просто невероятно. Thank you. Боже. For all my Russian followers and foreign, it's underwater restaurant. You understand? We sit on the sand. It's underwater, and water is everywhere. And this is a romantic dinner for us special. Я просто на дне.
Таких ресторанов в мире можно просто по пальцам пересчитать. И я хочу сказать огромное спасибо You and Me, Maldives. Нам просто закрыли весь ресторан. И мы вдвоем. Весь вечер мы вдвоем просто смотрим на рыбу, кушаем нереально вкусную еду, болтаем, танцуем, фоткаемся, естественно. Life is beautiful, but beautiful life is better. Так вот я могу. Вы смотрите, какие сладкие рыбки. Вот они плавают, вот они, вот они. Вот они плавают, сладкие. Посмотрите, сколько рыбок вообще. Мы сидим, не можем уйти. Ой, я даже не знаю, можно за ним наблюдать.